Ну, по персоналу мы уже работаем в этом направлении, потому что привлекать специалистов из среднего звена и специалистов с высшим образованием. Я думаю, что до лицензирования, то есть получения указания на основной костяк штатов будет готов, ну, а по узким специалистам, чтобы хотя бы 2-3 раза в неделю он здесь оказывал услуги по своему направлению. В основном, то есть я и до этого посещали объекты, говорил, что все. И мои надежды сбылись в том плане, что срок, ну, самое главное качество. И это действительно мы сами своими глазами видели, что качественные работы проведены. Тем более гарантийный срок очень большой, 5 лет, по гарантийных обязательств, то есть те недочеты, которые могут возникнуть в процессе, конечно, эксплуатации, могут устраняться уже подрядчиком, безусловно. Но в основном только позитив, ну здорово просто, потому что для это тем более на нашей территории первая такая была буря, уже озвучил 11 всего пока. Михаил Александрович, а как будете решать проблему со специалистом, который будет обслуживать вот все эти инженерные коммуникации? Здесь будем уже решать с главным врачом, тем более у нас предстоит объединение центра города и района, поэтому будет главврач объединенный, уже с ним будем определяться, потому что время подходит к объединению. И если будут все эти технические вопросы, то уже в рабочем порядке решать. Yeah,